День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро пятницы, сегодня 16 июля. Обычно мы всегда стараемся эти полчаса посвятить каким-то культурным интересным событиям. И я скажу честно, что вот эта беседа, которую мы планировали с Александром Дубаневичем, довольно давно, ну, собирались поговорить, но каждый раз, вот, когда я дозвонился, Александр говорил о том, что пока, вот, к сожалению, порадовать нечем. Но вот наступил тот самый момент, когда открылись кинотеатры, когда мы видим, что и по всему миру очень начинаются активно демонстрироваться картины, кинопрокат постепенно возрождается, и у нас на прямой связи представитель «Акмофильм» Александр Дубаневич. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот мы все говорили, что долгое время у сотрудников, работников кинопроката, ну вот именно у дистрибьюторов были, основная работа была в том, чтобы переносить эти релизы, и, к сожалению, вот все переносилось, откладывалось. Что сейчас происходит? Вот мы видим, что открылись кинотеатры, какие фильмы уже можно посмотреть, вот которые предлагает «Акмофильм», и что планируется дальше? Сейчас то же самое на самом деле происходит, потому что ковид никуда не ушел, и до сих пор, ну, все, скажем так, на карандаше все релизы. А в основном, ну и тем более лето, как бы, как обычно, это время больших голливудских блокбастеров, в обычные времена, скажем так, не ковидные. А сейчас, поскольку ситуация во всем мире довольно нестабильная до сих пор, в основном все блокбастеры перенесены на осень. И поэтому мы как бы надеемся, что осенью все-таки эти фильмы выйдут в кинотеатрах и сможем их посмотреть на большом экране с нормальным звуком, как нужно. Поэтому если говорить о новых каких-то проектах больших голливудских, то нужно, наверное, ну, летом, скажем, с нашей стороны летом практически ничего не будет. Все, наверное, переносится на сентябрь и конец года, скажем так. А почему лето такое пустое, традиционно как-то время для латвийского именно проката? Ну, у нас под боком Юрмала, люди как-то больше привыкли проводить, наверное, время за пределами кинотеатров, скажем так. У нас, в принципе, как и в Америке, тоже существует такое культура, ну, как называется, профессионально тент-полов, то есть больших проектов летом. Но поскольку вот ситуация такая, когда все переносится, потому что ситуация меняется с каждым днем, третья волна, я не знаю, в одной стране она идет, в другой меньше идет. То есть и прокатчикам приходится лавировать, пытаться как-то распределять эти релизы. И, соответственно, этим летом, ну, нельзя сказать, в Америке ситуация, например, улучшается, поскольку там вакцинируется больше. Но, скажем, в Индии, там, мы все знаем, она ухудшается. Вообще сейчас как бы считается, что, ну, американский рынок, он не самый крупный. Есть китайский рынок, есть индийский, российский, опять же. То есть очень много где японский. И там смотрятся ситуации, ну, на разных концах планеты. И поэтому получается, что как бы да, вроде бы кинотеатры открываются, но не все открываются на 100%. Потом, если взять, например, Латвию, у нас, как, наверное, уже известно, в кинотеатр могут попасть только вакцинированные либо переболевшие ковидом. То есть это тоже ограничивает, естественно, проходимость зрителя в кинотеатрах. Поэтому так и получается, что надеются на улучшение ситуации, и как бы релизы, даже те, которые запланированы на лето, они все равно еще, ну, скажем так, это может поменяться в любой момент. То есть вот сейчас они запланированы, а соответственно, завтра их могут перенести на более поздний срок.
И поэтому лето как бы оно такое немножко пустое, хотя, конечно, например, с нашей стороны вот выходит «Отряд самоубийц 2». Это ребут популярного, соответственно, фильма по комиксам DC. И он у нас запланирован на 6 августа. Я надеюсь, что ничего не сорвется, этот фильм выйдет как запланировано. А помимо «Отряда самоубийц 2», что может появиться, на что можно надеяться до конца лета? Так, до конца лета еще можно надеяться на «Память». Это «Reminiscence». Это такой, я бы сказал, фэнтезийный sci-fi от создателей сериала «Западный мир». По-моему, так он. Ну, «Мир Дикого Запада» его, да, там еще. «Мир Westworld». Westworld. Да, с Хью Джекманом в главной роли. Это такой очень, скажем, Лиза Джой, режиссер, это одна из создателей сериала «Мир Дикого Запада», да. С Хью Джекманом в главной роли. Это конец августа у нас запланирован. Потом довольно, жанровый ужасник от Джеймса Вана, известного довольно популярного создателя фильмов ужасов, «Conjuring», «Вселенная». Это его детище, и вот у него новый фильм выходит, «Злое». Но это уже 3 сентября у нас запланирован. Как я говорю, в принципе, мы сейчас, лучше нам с вами говорить о больших фильмах, больших премьерах уже начиная с осени. То есть, конечно. В принципе... Конечно. На всякий случай, любопытно же, что может появиться. А если без таких точных дат, потому что мы понимаем, что да, они могут переноситься, вот что еще в пакете у «Акмафилм», какие планы, что показать? Да, если мы говорим, опять же, о сентябре, октябре, ноябре, то там довольно много пока проектов стоит в сетке. Например, вторая часть «Питера Рэббита», это детский фильм, соответственно, для всей семьи. Да, «Кролик Питер» – это по серии детских книг. Потом, естественно, «Веном». Вторая часть, да, я уже видел ролики. Вторая часть, да? «Венома», да. Это, соответственно, «Монстр на каникулах», по-моему, в российском прокате назывался. Четвертая часть будет. Это тоже анимация для детей, для всей семьи. Очень смешная, мы уже видели. Соответственно, все ждут два, наверное, самых громких проекта, которые постоянно переносились. Но я думаю, что выйдут. Это «Дюна», первая часть по Фрэнку Герберту, соответственно. Это Дени Вильнёв, режиссер. Очень хороший визуальщик. «Бегущий по лезвию бритвы», 2049, это его фильм. Ну, и много. Соответственно, этот, и на конец декабря запланировано продолжение «Матрицы». А «Бонд»? «Бонд» когда уже выйдет? Два года откладывается. Это не наш фильм, поэтому я не могу ничего говорить об этом. Но он выйдет. Когда-нибудь выйдет. А «Дюна» ведь тоже такой многострадальный проект, потому что его планировали уже, по-моему, чуть ли не 1,5-2 года назад выпустить, и все время подкармливают, пытаются подогреть интерес все новыми и новыми роликами, и там же, конечно, сумасшедшее количество и актеров, и музыка Pink Floyd в ролике, я думаю, что в фильме, наверное, тоже будет звучать. То есть все как когда-то планировалось, все-все... Да-да. Да, все происходит. Фильм будет замечательный, я думаю. Но его еще даже не было никаких просмотров там для дистрибьюторов. Нет, еще не было. То есть практически он находится в таком замороженном, законсервированном состоянии, да? Да. Александр, а хотелось бы вернуться к кинотеатрам, их работе летом. Я так понимаю,
из ваших слов, что ситуация и отношения, в принципе, со стороны владельцев примерно такое же, как как-то, не знаю, около месяца назад мы беседовали с представителем совершенно другой индустрии, спортивных залов, которым выгоднее, казалось бы, да, можно начинать работу для тех, кто вакцинирован, имеет QR-код и так далее, но все равно крупным игрокам рынка выгоднее не открываться, потому что не отобьются их затраты. Я правильно понимаю, что с кинотеатрами примерно такая же ситуация? Нет, нет, абсолютно другая. Нет, нет, да. Все крупные игроки, которые, ну, у нас рынок не очень большой, но все кинотеатры, в принципе, которые самые крупные, они все открылись под вакцинированных и, соответственно, переболевших. Ну и плюс дети, да, еще. Хорошо, я переформулирую вопрос. А тогда вот дистрибьюторам выгодно ли, ну, кинотеатрам, понятно, выгодно открыться, а дистрибьюторам выгодно ли выпускать фильм с учетом на то, что его посмотрят только вакцинированные, то есть отсекается сразу в какая-то часть потенциальной аудитории? Нет, ну, конечно нет, но мы в то же время понимаем, почему это делается. Угу. Нет, ну, понятно, да-да. Поэтому, как бы надо работать с тем, что есть, ну, приходится. Нет, ну я к тому, что, может быть, какие-то крупные релизы просто, ну, будут придержаны до осени, когда может поменяться ситуация. Я об этом уже говорил, да, что ну, мы смотрим, конечно, на ситуацию, мониторим все время, что решает правительство, какие ограничения снимаются, какие вводятся, и, конечно, ну, поскольку у нас как бы Пан-Балтийская компания, то есть на все три балтийские страны, то мы в каждой стране, в Литве одни ограничения, у нас свои, в Эстонии другие, да, и мы смотрим все-таки по общей картине. А если сравнивать, вот в каких, вот сравнивать Латвию с Литвой и Эстонией, насколько там, может быть, более благоприятные? Ну, в Эстонии, конечно, благоприятнее всего, потому что у них нет вообще сейчас никаких ограничений в кинотеатрах. Но, опять же, это вопрос о том, насколько это... Вот появились, например, сообщения о начале третьей волны у них большой. Mm-hmm. Ну, то есть это вот, как я уже говорил, приходится лавировать, то есть и наблюдать за ситуацией. В Литве чуть похуже, но там тоже не ограничивают посещение кинотеатров для вакцинированных и приболевших. Ну, у нас, соответственно, сами понимаете. Ситуация, конечно, ужасная. Так вот, релиз какой-то придерживаешь в ожидании более благоприятных времен, потом на тебе третья волна, какие-то новые ограничения, и, казалось бы, да. И чего ждал, надо было выпускать, хоть каких-то денег заработать. Но я понимаю, что большие премьеры придерживаются, но тем не менее многие кинокомпании, махнув рукой, просто продают свои картины платформам, которые дальше уже распространяют их в домашнем прокате. То есть, ну, я имею в виду там и Disney+, и Amazon, и, естественно, Netflix, и все остальные. Вот как это... Кстати, как рынок меняется? Да, вот. Да, я бы сказал, ну да, естественно, мы все знаем, что, например, и Disney, и Warner Brothers выпускают свои фильмы одновременно на платформах своих стриминговых и одновременно в кинотеатрах, там, где это можно. Скажем так, ну, платформы эти, HBO Max, это платформа Warner Brothers, стриминговый Disney+, соответственно, Disney, они у нас официально, естественно, недоступны, но, к сожалению, с пиратством у нас ситуация такая, какая она есть, поэтому, конечно, это дает определенное влияние на выпуск фильмов в кинотеатрах, mm-hmm. потому что как только он появляется на стриминге, ну, к сожалению, пираты действуют очень быстро, и соответственно, это тоже оказывает влияние и на выбор проектов. Хорошо, Александр. Запускать их в кинотеатрах или нет. Да, я просто к тому, что какие-то большие проекты, которые, ну, студии практически уверены, что люди все равно пойдут на них в кинотеатры, несмотря на какое-то, ну, количество пиратства, пиратских копий там в интернете, да. Но некоторые, к сожалению, проекты хорошие, причем пришло, ну, как бы студии приняли решение продать только исключительно на стриминг. Да, ну, в такие времена живем. Ну да, вопрос, в общем-то, и подразумевал, есть ли тенденция перехода
от кинотеатров массово к стриминговым платформам, учитывая невозможность выйти из дома зачастую и пойти куда-то собраться вместе, а дома включил телек, посмотрел, и тем более все эти сервисы, не понравился фильм, поменял его на другой, ну, как-то это гораздо удобнее. То есть есть общемировая тенденция... Не отбирает ли вот у кинопроката все-таки... Заката. Нет, этот вопрос, да, этот вопрос постоянно поднимается, естественно, и... Ну, каждая студия решает по-разному. Например, Sony, студия, которую мы представляем, в том числе, например, для всех проектов, которые выходят вот сейчас, в этом году и, соответственно, в последующем, подчеркивает, что эти фильмы будут исключительно, возможно, посмотреть будет только в кинотеатрах. То есть, ну, студии решают по-разному. Например, Sony принял решение... все-таки разделять стриминг и кинотеатральный прокат, скажем. Если какие-то фильмы все-таки они приняли решение продать стриминговым платформам, то эти фильмы не будут появляться в кинотеатрах. И, соответственно, наоборот. Если какой-то фильм выходит в кинотеатре, он не будет появляться на стриминговых платформах. Ну, соответственно, другие студии приняли другое решение. Это принимается, это, естественно, это... принимается где-то высоко-высоко там, в голливудских горах, нам только говорят, что делать. Я знаю, что Акме работает и с российским кино, привозит российские фильмы. Вот, может быть, несколько слов, есть ли какие-то планы что-то показать? Ну, нет, к сожалению, с Россией сейчас все очень сложно. Там сейчас ситуация вообще аховая, с ковидом именно. И, ну, мы и плюс Россия попала под санкции, естественно, и, соответственно, очень сложно какие-либо проекты привозить из России, такие большие, крупномасштабные. По крайней мере, сейчас у меня нет никакой информации о новых российских проектах. То есть ни «Майора Грома», там ни какие-то такие громкие... Ну, это уже эти фильмы, которые уже давно вышли в российском прокате, и, соответственно, они все уже онлайн, и для нас нет смысла привозить такие старые проекты. В этом нет бизнеса. Понятно. Ну что же, мы надеемся на «Матрицу», во всяком случае. Есть ли какие-то вообще новости про тот, закончились съемки, на какой стадии находится этот вообще проект? Нет, там уже все практически закончено, да. Там уже дата определена. Я могу сказать, пока стоит 24 декабря. Ну, надеемся, что это как бы такое... Ну, у Warner Brothers есть традиция выпускать большие блокбастеры под Рождество. Добрый рождественский фильм. Да-да-да. Ну, для... Да, так немножко контрпрограмминг. То есть не совсем рождественский, но большие, интересные для взрослой аудитории, как там «Властелин колец», потом «Хоббит», там, и вот «Матрица» тоже. Ну, и тем более это как раз время рождественских каникул. В принципе, если у нас он выйдет, то есть все шансы, что у людей будет время просто сходить в кино, посмотреть его на большом экране. Не, ну да, да, конечно, Рождество – это всегда время больших денег в кинопрокате, конечно. Особенно у нас. Одна надежда, что маленький зловредный вирус опять не подпортит всю ситуацию. Да. Спасибо огромное, спасибо. Александр. Успеха. Да, да. Спасибо большое вам. Всем желаем, в общем-то, здоровья и держаться. Хороших фильмов. Хороших фильмов, да, и вам, и нам всем. Ну, а мы, наверное, завершая вот сегодняшнее утро на «Болткоме», анонсируем, что буквально через несколько минут новости, после которых выйдет программа «Климат-контроль», вот с Константином Рангсом мы поговорим опять и о погоде, и о климате, и о всех проблемах, связанных с изменениями, которые происходят на нашей планете. Ну, а я прощаюсь до понедельника. Еще раз с днем рождения, радио «Болтком», и вас, дорогие слушатели. Хорошего дня. До свидания. Вы слушаете радио «Болтком».